Сегодня 14 апреля, посев ярового ячменя, сорт Лаурика, норма высева 3,5 миллиона, предшественник соя. Соя, основная обработка, это безотвальная, топ-даун. Почва, конечно, сохнет, но неплохо разделывается сеялкой, выравнивается. С осени, конечно, здесь обработка была грубоватая, потому что топ-даун работал по пересушенной уже почве. Есть пожневные остатки на поверхности, но на выходе после сеялки неплохое получается выравнивание и неплохая разделка вообще почвы, неплохая заделка семян, хорошая глубина в пределах 4 сантиметров. Во всяком случае, главное, что это влажный слой почвы. И опять же слой. Почва физически спелая, поэтому получается мульчирующий такой слой. Есть, конечно, комочки больше 2 сантиметров, но это нормально. Какая урожайность может быть на этом предшественнике? Предшественник хороший. Сам по себе обработка достойная. Климат тоже здесь, в Курской области, хороший, который позволяет получать ячмень, ну, в среднем, если брать даже все года, в среднем где-то 50 центнеров. Бывают жесткие года, когда ячмень может по урожайности опуститься, именно это частный случай, до 40-45. Но вот прокручивая у себя года, именно производственные сезоны, то есть такие случаи были очень редко, и это были действительно засушливые года, когда выпадало немного осадков, совсем мало. Может быть, за вегетацию, именно за вегетацию ячменя выпадало, или совсем не выпадало дождей, либо выпадало в пределах 60-70 миллиметров. Ячмень, он сам по себе быстрый, он, получается, ячмень меньше страдает от засухи, чем яровая пшеница, потому что ячмень по вегетации короче. И поэтому уборка приходит, ну, то есть уборка обычно на уровне озимой пшеницы по, если брать календарный, если брать календарные сроки, то приходит уборка что у ячменя, что у озимой пшеницы достаточно, ну, рядом. Это может быть 15 июля, 17 июля. Но это в более засушливые года. Благоприятные года, это может быть позже. А зимой может быстрее подойти. Ячмень на 2-3 дня может подойти позже. И урожай обычно у ячменя... Ну, во всяком случае, раньше я
наблюдал, что урожайность ячменя была на тонну больше, чем у яровой пшеницы. Сейчас как-то все это выровнялось. Но опять же, это выровнялось из-за того, что последние года были относительно влажные, благоприятные. Поэтому я всего лишь сужу по последним, может быть, двум годам. Это 20-й, 19-й года, когда яровая пшеница по урожаю превышала ячмень или урожайность была схожей, одинаковой. Норма высева. Норма высева здесь 3,5 миллиона, но ячмень неплохо себя ведет от 2 миллионов. От 2 миллионов. А почему здесь 3,5? Ну, потому что есть еще и психологическая составляющая. Есть еще вероятность того, что не всегда почва может быть более-менее хорошо подготовлена. Где-то мы семена можем нехорошо заделать. Ну, то есть варианты разные бывают. И тут всегда возникает вопрос, а теряем ли, если мы сеем гуще. Ну, по опытам потери в основном больше связаны именно с полеганием. С полеганием ячменя. Чем гуще ячмень мы сеем, тем легче он падает, то есть ложится. И не всегда даже и ретардант может помочь. Поэтому это обычная стандартная норма 3,5 миллиона, то есть даже 3-3,5 миллиона в этом диапазоне, который позволяет получать, ну, относительно стабильный урожай в этой климатической зоне. Удобрение здесь планируется до 250 килограмм селитроаммиачной уже, ну, уже после сева. Просто логистически не успеваем выносить перед посевом, поэтому удобрения уже будут после. Это может быть как до всходова, так и по всходам. Но желательно, чтобы это было до кущения. Желательно. Чтобы не спровоцировать полегание, опять же, ячменя. Хотя здесь планируется ретардант, но все может быть.